На избирательном участке номер 12 в Бендерах завершаются все приготовления. Кабины, наглядная агитация, урны – это все установили за несколько дней до выборов. Участок практически готов к голосованию. Ждем только избирателей, чтобы была активная явка людей, чтобы уже, наконец, участок приобрел своего кандидата, который мог бы людям чем-то помочь и в каких-то вопросах их решить. Напомним, место в горсовете осталось вакантным с октября прошлого года, когда Юрий Кравчук был избран депутатом Верховный Совет. До выборы проходили весной. На депутатский мандат было два претендента – Валерий Кулакли и Ирина Плагова. Однако же из-за низкой явки выборы были признаны несостоявшимися. Повторные выборы снова альтернативные. На место в горсовете претендуют Александр Кравчук и Эдуард Храмов. Победит тот кандидат, который в сумме получит наибольшее число голосов.